Ну и нельзя просто сегодня было не спеть следующую песню Владимира Ландсберга, которая посвящена всем тем, кто не просто живет, а что-то делает еще, и не только для себя, а и для других. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая. Кто? Не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и черпнет спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагар щипцами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. А еще есть у него забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. А еще, наверное, думает, что когда с неба падает звезда, у фонарчика тут же убавляется забота. Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее и не разглядеть невооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из лейки поливает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп. Только очень хороший телескоп. Посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и черпнет спичкой, огонек слегка подправит и заторопится дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик, был высоким, был ужасно долговязым, таким, что и лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Так, глядишь, скоро от него и совсем ничего не останется. А все дело в том, что есть у него привычка. Спичку он чиркает, а подметку своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, а уменьшается сам фонарщик. Ну пусть не намного, на 0,001 какую-то там миллиметра. И все же говорят, что дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он дарит частицу самого себя. Но это же страшно. Каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же люди будет с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? Вы улыбаетесь. Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет, что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллионы веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, разбегаются.
их уже не собрать, если только за дело не возьмется. Маленький фонарщик, спасибо, Александр Георгиевич, что вы были.